Добрый день, дорогие друзья! Вы посмотрите, мы сегодня с ребятками на занятиях сделали вот такие вазочки. Мы взяли пластиковые бутылочки, разрезали красивой формой и проклеили. Посмотрите, как у нас такая подставочка и такой вазончик получился. Мы это все пока проклеили, все на просушку отправили. И потом мы будем декорировать и будем делать вазочки. Хотим мы эти вазочки сделать. И используем также мы и декупаж, и сделаем винтажные стили. Ребята, нравится работать в таких стилях. Поэтому скоро у нас будет очень красиво. Но пока мы заготовки поставили на подоконник, чтобы они у нас высыхали. А потом мы будем заниматься декорацией. Сейчас у нас в таком виде. Потом будет совершенно в красоте. И, конечно же, мы потом снимем для вас видео и покажем, как у нас получилось. Вот эту вазочку делала девочка, эту вазочку делал мальчик. Ребятам сложно это делать, но они пытаются. Пытаются, и у них получается очень хорошо. Ну что, до новых встреч на моем канале, где я рассказываю о творчестве наших замечательных детишек.